Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Я думаю, что все праздники постепенно я вместе с вами буду раскрывать все мои посылки, хотя на самом деле у меня их не так много, вот, но постепенно находит. На самом деле это приятно, когда не все скупом забираешь и все распаковываешь, и проходит вот это вот все, да, а именно когда все вот так вот, ну, чуть-чуть тут, чуть-чуть тут, чуть-чуть тут, в общем, супер. Тоже сегодня у нас любимый Василек. Вот такая вот у меня посылочка пришла. Сейчас я вместе с вами все распакую. Я пойду разложу все это на кровати, чтобы вам показать, чтобы не шуршать вот этими бумажками. Но получилась у меня долгая доставка, да, потому что у меня попало... То есть, по идее, ко мне должно было прийти, то есть, в отделение почты должно было прийти 1 января. Вот. Ну, 1 января никто не работал, и не пришло 1 января, потому что, ну... Ну, первого никто не работал, ну, какие посылки, это уже понятно. Поэтому постепенно, понемножечку, вот все посылочки до меня доходят. Я, как всегда, вам постараюсь все ссылки оставить внизу на фобоксе. Вообще, из любимого Василька я очень рекомендую текстиль для дома и спортивные костюмы. Как для вас, так и для детей, и для ваших мужчин тоже. Вот эти спортивные костюмы просто потрясающие. Они... По цене, во-первых, недорогие по сравнению с другими, даже российского производства, брендами, да, ну, брендами мы так их назовем. И получается, они теплые, их, ну, можно много раз стирать, с ними ничего не происходит. Я эти спортивные костюмы, вот у меня здесь тоже есть костюмчик, ну, не совсем костюм, у меня в итоге штанов нет, потому что я что-то поздно очухалась и, в общем... Очень быстро их разбирают, размеры очень быстро заканчиваются, соответственно, поэтому, ну, вот так вот получается. В общем, распакую, покажу. Но очень советую, если вы видите их спортивный костюм, заказывайте, даже не раздумывайте, потому что не будет. Буквально через день, через два обязательно все раскупят. Но вот у меня у мужа, у старшего сына, у младшего сына есть спортивные костюмчики от Василька, и все они вообще в отличном состоянии. Я, у меня есть такой черный спортивный костюм, я в нем гуляю с собаками, ну как, не сейчас зимой в морозы, да, а вообще гуляла с собаками, и он стирала много-много раз, практически после каждой прогулки я стирала, потому что, ну, я маленькую свою мелкую собаку иногда на руки беру, там еще что-то, постоянно пачкаюсь черного цвета, сейчас тоже заказала кое-что для прогулок, ну, уже на весну. Под куртку я одевала этот костюм. В общем, супер классный. Заказала, думаю, пока есть, весной все разберут, девочки. Так что имейте это в виду. В общем, давайте сейчас распакую, вам все покажу. Так, ну что, давайте я начну по традиции с моих мужчин. Значит, своему старшему сыну я заказала вот такие шорты. Он все время у меня дома ходит в шортах от Василька. Всякие разные у него расцветки. Вот, кстати, вот это вот не выцветает. Единственное, что они подсаживаются. То есть они подсаживаются немножко в длину, вот здесь вот, и в ширину. То есть берите вот как минимум на 2 размера больше. Я взяла сейчас 48 размер, ну, как бы в отделе, да, не для детей, а для взрослых. 48 размер. Но вы знаете, вот я сейчас смотрю, он реально размер в размер идет. Наверное, даже моему сыну будут большие. Но я их постираю, и я думаю, что они подсядут немножко. Здесь вот такой вот тонкий хлопочек. Хорошо летом на жару, да, вот, ну, по участку вот у меня ходит, да. И дома, если у вас дома жарко, тепло, то это вот как раз самое то. Вот я своему старшему сыну заказала. Но я их, да, я их сейчас, наверное, состерну. И они у меня, наверное, подсядут, потому что так они, в принципе, достаточно большие. То есть 48 размер, ну, такие большие. Вот, обычно они немножко поменьше. Но будет отлично. И младшему своему сыночку я взяла вот такой вот костюм домашний. Вот, мне кажется, прикольная расцветка. Я взяла ему размер 140. Вообще он 134 у меня сейчас одежду носит. Но тоже с расчетом того, что вдруг подсядут. Он тоже такой тоненький, хлопковый, тонкий хлопковый материал. Вот, но вообще идет размер в размер. Я думаю, даже будет большевато. Но если большевато, если даже после стирки они останутся большими, я оставлю на лето. К лету он у меня еще немножко подвытянется, подрастет, и будет вообще ему супер, да? Вот, летом будет на них. Наверное, на лето я оставлю. Хотя не знаю, может, он и сейчас будет одевать. Посмотрим. Расцветочка такая прикольная. Футболочка тоже такая тоненькая. Но это тонкий хлопок. Тонкая хлопковая. Для дома вообще
Отличная одежда. Я взяла вот такую толстовку. Она такого, ну, вот как вот вы видите цвет, вот он такой есть, как хаки, да, такой цвет. Слушайте, я заказывала ему уже толстовки, и у меня костюм, как я уже сказала, да, есть от Василька для, ну, моего мужа. Вот это все не идет в катышку, то есть катышки здесь не образовываются. Единственное, что вот этот костюм, он прям нереально толстый. Слушайте, он реально вот весна-осень. Летом будет даже, я думаю, в нем жарко. Я взяла ему на размер больше. Мне кажется, ему очень будет свободно. Хотя, с другой стороны, он у меня любит такую одежду. Это первое. Во-вторых, если одеваете под футболку, так вообще, или под какой-то термобелье, например, как вариант, то вообще супер. Кармашки на флисе. Вот такой идет прямой, получается, крой, да. И здесь вот спущенный, получается, рукав. Капюшон достаточно хороший, объемный. Но вот сейчас у меня муж приедет померить. Слушайте, ну вообще, ну мне очень понравилось. Она такая плотная, мне кажется... Реально, как куртка какая-то. И флис такой. Вот это я, правда, называю начес. Он просто нереально толстый. Вот это все, вот, наверное, вот такой толщины, девочки. Супер. Цвет такой. Единственное, что не было брюк. Я бы заказала брюки ему. Но в любом случае у него есть черные брюки. Такая толстовка. Она ему пригодится 100%. На рыбалку ездить тепленько. Слушайте, вообще круто. Мне очень понравилось качество. Прям вообще. Но вот это в катышку, катышки здесь не образовываются. Даже вот в этой части, девочки, у меня у мужа только такой же, ну, как бы он потоньше, да, только черного цвета. Такая же толстовка есть, прикольная. Себе тоже я взяла точно такую же толстовку. Опять же, брюк на меня не было, то есть это не костюм продавалось, а отдельно. Вот эта тема, на самом деле, очень здорово, что Василек стал так делать, потому что, ну, я не всегда хочу, чтобы брюки широко сидели очень. Хотя вот в этом случае была, значит, вот эта толстовка, а брюки были 42-го, а следующий 48-й размер. 48-й мне очень велик, а 42-й он будет... Он не будет мне мал, но он будет как бы в обтяжечку. Я хочу посвободнее. То есть я хотела 44 размер. Вот эта курточка у меня 44 размера. Вот. Но я думаю, что она очень даже размер в размер. Она такая как бы, ну, крой оверсайз у нее. Манжетики. То есть, ну, такая же, как у мужа. У мужа тоже в капюшоне флис. Вот. Тоже вот здесь, вот видите, флис, вот эта зеленая. Вот видите, она какая хаки, прикольно. А себе и черную, потому что гулять с собаками, я еще раз повторюсь, да, жалко светленькое что-то одевать. Тоже флис. Здесь идут уже вот такие кармашки, они не на флисе, они обычные. И она тоже нереально толстая, девочки. Это просто бомба, а не толстовка. Мне мерзляку вообще самое то. Сейчас примерю ее. Так, вот эта толстовка, смотрите, какая она, да, это 44 размер, и вот она какая большая, то есть ее нужно брать размер в размер, смотрите, вот она прям какая, вот такая огромная, по длине, вот, рост 1,65 у меня, в принципе, ну, здесь сзади не очень она прикрывает, а нет, это у меня просто подвернулось, да, прикрывает, Леофанушка ко мне пришел помогать, вот. И она классная. Очень жалко, что не было штанов моего размера. Но я и так с джинсами тоже буду носить. Она потому что очень теплая. Сейчас я одену. Ну, у меня здесь волосы, как всегда. Вот. Капюшон тоже очень хороший. И здесь вот идет, видите, на капюшоне вот внахлёст. Вот так вот. И поэтому горлышко, если что, у вас тоже будет закрыто. Но вот насчет брюк, не знаю. Если бы я взяла 42 размер, мне кажется, они все-таки были бы в обтяжечку, да? А я бы хотела такие посвободней. Вот. Но с джинсами тоже хорошо. И с другими брюками черными у меня есть спортивные брюки. Поэтому отлично. Длина рукава тоже очень хорошая. Вот смотрите. Вот видите, как вот спущенное плечико. Вообще кофточка тоже. Вот это, и она нереально теплая, мягкая такая. Прям, ой, слушайте, вообще балдеж. Очень теплая. Девочки, если еще есть, берите, не раздумывайте. Следующее, что я себе заказала, брюки не стала брать. Вот сейчас, на самом деле, жалею, что не взяла, потому что я думала, я буду носить этот с джинсами. Также с девчулями своими гулять, с мальчишками гулять. Это вот такая, как куртка.
То есть как толстовка, но она идет курткой. То есть можно расстегнуть. Вот это вообще крутая тема, потому что, ну, вдруг там жарко стало, да, вы можете не снимать полностью всю кофту, а именно расстегнуть. Идут вот такие вот кнопочки, и смотрите, какой флис прям вот этот вот. Это начес я вот это называю, да, я уже сказала. Смотрите, он какой классный. Слушайте, ну вот летом, у нас лето в Питере бывает холодное, конец мая, например, тот же, да, начало июня, сентябрь, вот отлично это будет мне куртка для того, чтобы там сгонять за моими мальчишками, одеть ее или там, не знаю, просто прогуляться с мальчишками, с девчулями, вообще супер, сейчас примерю ее. Смотрите, вот эту кофту одела, длина рукава тоже очень хорошая. И она такая, то есть 44 размер, тоже нужно брать размер в размер, она достаточно объемная. И здесь вот хорошо держит вот эта резиночка. То есть можно повыше, да, но тогда, правда, будет топорщиться. Лучше, конечно, вот так. Чем-то мне напоминает, да, вот такие куртки, как это, бомберы, да, они, по-моему, называются. Слушайте, он очень прикольный такой спортивный шик, да, это тоже называется по-другому, в общем... С джинсами. В принципе, я планировала, думаю, я одену джинсы и вот такую кофту. Надо ее расстегнул, да, и как бы, то есть кнопочки хорошо, и уже там у тебя под низом футболка одета, и ты как бы спокойно гуляешь. Снял там и так далее, вот. Но она очень классная, слушайте. И цвет такой приятный. К светлым джинсам еще тоже подойдет, таким каким-нибудь летним или брючком каким-нибудь таким, вот, на... Я говорю про лето, но я живу в Санкт-Петербурге, и у нас лето бывает разное. В прошлом году было жарко, это было очень классно, но и зима зато была холодная, да, у нас была, есть и еще холодная. Вот, поэтому такие вещи для нас обычно актуальны летом, причем очень актуальны. Вот, цвет очень приятный такой, ну, такой ближе весенне-летний, я бы сказала. Так что класс, мне очень нравится. Нравится, как она сидит. Кармашки тоже, видите, такие глубокие. Вот, тоже удобно. В общем, классная курточка. Это именно такая, как куртка получается, да? Вот, текстильная куртка, я бы так сказала. Ну и гвоздь программы. То, из-за чего я вообще сделала заказ. Я когда увидела это платье, я поняла, что... То есть все остальное, это я уже до кучи набрала. Желтое платье. Это же вообще балдеж. Вы знаете, у меня последний год, вот, и до сих пор у меня это продолжается. Полюбила желтый вот такой цвет. Мне кажется, он нереально круто сочетается с черным. Я, по крайней мере, его сочетаю. И с белым будет классно. В общем, вот такое спортивное платье. У него вот такие манжеты здесь с дырочками для пальчиков. Да, вот эта мне тема тоже нравится. У меня есть синее платье, я заказывала. Единственное, что оно тонкое. То есть это не флис, это вот именно такое, ну, как бы не летнее, да, ну, в общем, прохладненькое такое платьице. Летнее, с кроссовками тоже будет классно. И с черными, и с белыми кроссовками. Вообще будет огонь. Также прогуляться. Внизу идет вот такая, ну, манжетик, да, здесь идут кармашки. Так, я заказала какой размер? Я заказала 44 размер. Тем более, был в 44 размере. Я думаю, ну, я просто бы очень жалела бы потом. И здесь все, как я люблю, воротник стойка. Девочки, я тоже вот люблю очень воротники стойки. И, то есть, платье вот просто для меня. Василек сделал его для меня. Вот, так что сейчас я его тоже примерю. Вообще, платье вот это вообще огонь, девочки. Оно такого цвета... Прям моего любимого желтика, такого желто, такого горчичного, да, такое классно. В общем, сейчас примерю. Так, смотрите, девочки, вот это платье, слушайте, 44 размер, да, я не худела, если что. Вот, но оно просто само по себе такое достаточно, видите, широкое, вот, то есть... Размер в размер можно спокойно брать, и оно будет хорошо сидеть. Длина рукава очень хорошая, даже с небольшим запасом. У меня рост 1,65 м, и оно суперское. Оно суперское. Вообще, мне очень нравится. С белыми кроссовками или с черными кроссовками летом вообще будет огонь. Вообще, слушайте, очень классное платье. Когда я его увидела, то здесь стойку я немножко подвернула, да. Можно его как-то... так более небрежно как-нибудь сделать, да, вот эту вот всю историю. Я когда его увидела, я поняла, что
ну, как я уже сказала, да, что я буду очень сильно жалеть, если я его не возьму, не куплю себе. То есть оно спортивное и в то же время такое прикольное. Очень мне понравилось платьице. Если еще есть, там, по-моему, в другом цвете еще было похожее платье, то я вам очень рекомендую. Классно. У меня кроссовки убраны просто белые. Так, с кроссовочками вообще. И пошла гулять с своими мальчишками или девчонками. Вот. И вот эта вот история мне, кстати, тоже очень нравится. Прикольно. Тоже можно сюда какую-то жилетку, например, одеть, да, и будет вообще супер. Жилеточку какую-нибудь, да, для тепла. Так что мне платье очень нравится. Я думаю, что и не только гулять, может там в магазин сбегать, еще куда. Платье очень даже прикольное. Ну, можно и дома такое носить, кто вот носит. Но я буду в нем гулять, потому что оно мне очень нравится. Очень. И вот этот цвет, я не знаю, он балдежный просто. Снова пришла сюда, потому что у нас темень на самом деле. Так что вот такой вот у меня получился заказ. И я вам очень советую. Ссылочки я постараюсь на то, что не раскупили. Я вам постараюсь оставить внизу в инфобоксе. Если какой-то ссылки нет, значит, этого уже товара, соответственно, нет. Все разобрали, все как обычно. Вот, так что вот так вот. Так что ссылочки оставлю. Вот, ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч.